Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Написали мне на электронную почту двое коллег, две девушки из Нижнего Новгорода, и задали вопрос, чем можно и нужно пользоваться при проведении медико-психологических обследований, психофизиологических обследований, чем вы пользуетесь, задали они мне вопрос. Я им дал ссылку на наш сайт, на котором находятся все методики, которые можно и нужно применять в работе медицинского психолога. И особый момент, они в своем письме упоминали такие методики, как MMPI, мини-мульт на 71 утверждение и тест цветовых выборов Макса Люшера. Я уже неоднократно снимал видео по этому поводу, по этим вопросам, но еще раз повторюсь. Пользоваться этими методиками нельзя. Это непрофессионально. Эти методики не работают на российской популяции. Вот это было для меня понятно и ясно в 2003 году. Проводилось существенное мощное исследование по этому поводу. Мини-мульт не работает. Он не выявляет и не оценивает то, что должен выявлять и оценивать тест MMPI. Тема закрыта. И, соответственно, тест цветовых выборов Макса Люшера аналогичным образом. Эта методика не работает ни в каком виде. Ни 8 карточек, ни 108, ни 208, ни 308. Тест не работает. Им можно играться, делать вид, что вы чего-то там обследуете, что-то видите в этом, какие-то результаты получаете. Это все неправда. Это гадание на картах. Карты, пожалуй, дают больше возможности для понимания человека, нежели тест цветовых выборов Макса Люшера. Вот так вот, уважаемые коллеги. Мини-мульт и Люшер. Они не работают. Это надо понять, усвоить, принять, попытаться поэкспериментировать, если так хочется. Но в любом случае, в итоге, вы не получите ничего, абсолютно ничего от этих двух методик о человеке. Ничего вы о нем не узнаете. Что-то можете себе придумать, какие-то слова ему, этому человеку сказать или какие-то заключения сделать, но это будет недостоверная информация, неправильная, неверная, как угодно это можно назвать. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!